25 декабря исполнилось 40 лет со дня ввода советских войск в Афганистан. В центре Люберец у памятника «Скорбящий ангел» состоялся траурный митинг, посвященный этой дате. Память погибших почтили минутой молчания и возложением цветов. В 10-летней войне в Афганистане приняли участие более 700 люберчан. 27 человек не вернулись живыми. Привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.